Все случилось очень просто. Открылась дверь, и мне навстречу девчурка маленького роста. Девчурка, остренькие плечи. И котелок упал на камни. Четыре с лишним дома не был. А дочка, разведя руками, сказала: «Дядя, нету хлеба». А я ее схватил и к звездам, и целовал в кусочки неба. Ведь это я такую создал. Четыре с лишним дома не было.